Здорово! Сегодня в видео у нас будет обзор на новый эпический пулемет Гунгнир. У него весьма интересный перк. По мере нагрева оружия его скорострельность и разброс уменьшаются вплоть до 16% и 80% соответственно. То есть, чем дольше мы стреляем, тем выше у нас точность, но меньше скорострельность. Перк, конечно, весьма неоднозначный, но посмотрим, что у нас будет происходить с этим пулеметом. Итак, первый крафт, как вы уже заметили, у нас вот такой вот на трех гунгнирах и каме. Следующий крафт у нас супер маленький на новой кабине Хугин и двух гунгнирах. И последний — это Каталина на трех гунгнирах с ховерами. Начнем именно с этого крафтеца. Давайте его соберем, а потом поедем в бой. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Точность — немаловажный показатель, но еще более важный показатель, по крайней мере для меня, это скорострельность. То есть мы жертвуем скорострельностью ради точности. Конечно, такой весьма специфический компромисс, но посмотрим, что у нас получится сделать. Класс, уже кто-то ракеты на меня закинул. Спасибо, пацаны, респект. Все, ништяк, проехали без повреждений. Взял быстрый крафт, потому что это моя стихия. Запарился кататься на каких-то тормозных. Взял вот этот. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Надо как-то аккуратненько и не перегревать, и в каком-то таком перегреве тоже держать оружие, чтобы перк работал. Ну, слушайте, точность-то, конечно, тут на высоте. Это сразу понятно. И, в принципе-то, урон даже неплохо фармится. Вот отсюда даже я попадаю. Хорошо. Причем перк не на максимум работает. Он где-то на 40-50% у меня сейчас работал. Так, давайте, кайдзюшник. Вообще, слушайте, вот это, конечно, мне нравится. На обычных пулеметах стреляешь, у тебя чем дольше стреляешь, тем больше разброс. Здесь наоборот. Это, конечно, очень странно. Союз, давай помогу. Блин, не успел, кайдзюшник его подстрелил. Давай. Огрызок крафта поднял. Опять в меня ракеты летят. Спасибо, пацаны, то, что ракеты опять на меня направили. Ну, это тромбоны, не страшно. Ками включил, все, зашибись. Так, пацаны, что-то мы как-то сливаемся. Давайте тащить. Опять тромбоны. Что ж вы меня все тромбонами закидываете? Давайте я его сейчас быстренько завалю по кабине. Брателла, слушай, давай-давай. Вот сейчас бы Ками не помешало. Перка нету у Ками, зараза. Но я одного человека завалил. Хорошо. Сейчас нужно их как-то поодиночке вылавливать, потому что... О, здравствуйте, испепелитель. Давайте-ка я и вас подстрелю. Вы с чем? Так, это дроновоз. Давайте дроновоза сначала. Все-таки испепелитель, мне кажется, не так страшен. Я, если что, уеду. Давай-давай-давай-давай. Аполлончик, взрывайся. Что ж ты такой бессмертный-то попался? Ну, ну слушайте. Пока что все хорошо. Прям уже косарь очков за бой даже нафармили. Давайте теперь испепелителя. Он тут еле живой. Карусель, давай. Куда ты там попёрся? Слушайте, вообще, я-то думал, со скорострельностью тут плачевно все. Я бы даже сказал, сейчас все меня устраивает. Самое интересное это. У нас победа. МВП будет, нет, и МВП не дали. Да как так-то, ё-моё. Забавно. Ладно, едем дальше. Первый бой, конечно, был удачный, но там какие-то соперники были не особо сильные, потому что кайдзю, испепелитель, дроновоз на обычных пулеметах можно завалить вообще вполне. Давайте какого-нибудь дробовода, термы, что-нибудь такое, ну и пулеметчика. Вот это такие достаточно серьезные соперники. Дробовода на дальности нужно будет держать, на дистанции большой. А вот термы, вот с ними потягаться будет интересно. Я не вижу, по кому еще стреляют, что-то попадаю, ну и ладно. Братан, ты тут что потерялся? Пацанчик! Непонятно, что он тут стоит. АФК. Видимо, вылетела игра. Ну ладно, я лишнему килу рад. Давайте. 300 очков уже получил. Даже больше. 400, зашибись. Они потихонечку приезжают назад. 500! Нифига себе, я, конечно, с одного... 650! Я с одного чувака, конечно, поднял тут нормально так. Причем ничего не делая. Вихря сейчас уделали быстренько. Ну, по кабине, конечно, урон быстро фармится, хотя я удивлен, я думал, скорострельности мне вообще не будет хватать. А мне, самое удивительное, хватает. Стреляем, стреляем, все хорошо, точность офигенная, прям стреляю, все пули летят точно в цель. Хайраста давайте добьем, у него тут пушечки еще остались. Здрасте, нет! Лавинка, ну ты, блин, ну все ж было идеально просто. Нафига мне лавина приехала и четко по пуликам стрельнула, один пулеметик остался. Слушай,
У меня Ками есть. Мне твои искры вообще не страшны. Все, я поехал, давай отдыхай. Что-то там пытается меня остановить. О, уделали этого лавинщика, а то он мне тут все отстрелил, отомстили. Ну, зараза, блин, я бы сейчас тут всех уделал, но лавинщик помешал. Победа, мы выжили. У нас 1353 очка за бой. Нормально, едем дальше. После этого боя возьмем следующий крафтец на Каталине и Ховерах. Там, я думаю, по урону будет еще круче благодаря кабинке Каталине. Но, в принципе, меня этот крафт тоже устраивает. Пулеметы, ну, конечно же, у меня отлетели от лавины, но держится неплохо. И, кстати, кто хочет, может заходить в наш Дискорд-сервер. Ссылка есть в описании. Здравствуйте, вы минер, да? Ну, давайте вам чуть-чуть накинем. По чуть-чуть накидываем урон, в общей сумме получается большой. Я почему-то думал, что мне скорострельности вообще хватать не будет. А мне, по-моему, ее вообще за глаза хватает. Блин, братан, извини, не хотел. Из-за меня квазар ему отстрелили. Ну ладно, я думаю, переживет. Пацаны, пацанчики, давайте вас всех нагнем сейчас. Ты что, опять у нас вылетел? Да что ж такое-то, пацаны, с красаутом у нас. Че у всех вылетает-то? Ну как так-то? О, вот это серьезный соперник, мельник. Давайте-ка посмотрим, кто кого. Достаточно прочный у него крафт, кстати. Но смотрите, я уже косарь ему нанес. Давай, давай, давай. Ну я его хотел добить. Ну блин, ну ладно, спасибо за помощь. Ну я бы его уделал, 100%. Этого уделали. Ты тут не очухался? Понятно, его тоже добиваем. Да, конечно, в последнее время что-то как-то с красаутом все печально. Но я не понимаю, либо это онлайн большой, либо просто опять дудосят его, не знаю, пацаны. Но очереди у нас есть. Поэтому, возможно, это просто высокий онлайн, и с одной стороны это даже хорошо, потому что в кроссач играют больше людей. Так, давайте вот этого добиваем. Я хочу добить. А, не успел. Но МВП занял. Самое главное, победа. И у меня 1385 очков за бой. Неплохо. Давайте теперь соберем следующий крафтец на Ховерах и поедем в бой. If I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Данное сочетание просили многие протестить, поэтому его, собственно, и взял. Но мне кажется, три Гунгнира, Каталина и Ховеры будут очень хорошо сочетаться, будет удобно. Мы сейчас это, собственно, опытным путем и выясним. Так, давайте вот так вот вылезайте, я по вам буду стрелять, потихонечку перк копить, очки за бой, все будет офигенно. Давайте, наверное, все-таки поближе подберемся. Так, ну, конечно, по мне нужно было стрелять. Все, давайте. Ну куда вы назад-то все? Братки, давайте вперед! И только вперед! Давайте в атаку! Все. Триггерщик. Не очень прикольно сейчас было. Привет, привет. Не-не-не-не-не! Немножко не так зашел сюда. Блин, я спиной зашел к чуваку. Зашибись. Надо, по-моему, передом заходить. Но я немножко не так. Ладно. Мое неудачное прибытие прикрыли союза, поэтому все произошло даже более-менее удачно. Здрасте. У вас тут как дела, мистер Кайзюшник? Чё стоит, чё ждёт, непонятно. Я бы на его месте уже свалил, но тем не менее мы его завалили. Спасибо, чувак, за халявный килл. Так, давайте по чуть-чуть понастреливаем. Давайте, давайте, стреляем. Опять в меня тут всё летит. Да зачем в меня-то именно? Тут заразы. Ладно, будем здесь настреливать. Давайте. Не, ну дальность, конечно, меня радует. Это самый точный пулемет, на котором я катался. Прям очень приятно. Стреляешь, ни отдачи, ничего нету. Просто стреляешь, как в тире. И не напрягаешься. Здрасте, я вас по карте увидел. Давай-давай, настреливаем. Да и урон-то на самом деле фармится неплохо. Я не вижу такого, что скорострельности не хватает. Хотя я думал, что скорострельности хватать не будет. Мне сейчас всего хватает. Удивительно. Так, давай-давай-давай. Аккуратненько обходим тебя, все. Только не отстреливай пулики. Есть. Уделали, вообще спокойно, пацаны. По кабине стреляете, по пушкам все отстреливается замечательно. Сейчас, конечно, цена завышенная на пулемет, но потом, мне кажется, он будет популярный. Поэтому сейчас не покупаем, но потом, когда он подешевеет, когда его начнут крафтить, уже приобрести можно будет. Поэтому ждем с пацаны. Давай, брателла, куда ты поехал-то, а? Стоять, тебе все равно хана, зачем уезжаешь? Вот зараза-то, удрал. Куда ты уехал-то? О, даже мне килл засчитали. Правильное решение взорваться самому. Респект. 1313 очков за бой, но МВП нету. Печально, едем дальше.
Нам попалась сейчас новая карта. Ну, конечно, классно выглядит, мне очень сильно нравится. А также в свой бой еще парочку новых карт добавили. Шедевры, конечно. Мне очень сильно нравится это обновление именно картами, а не боевым пропуском. Боевой пропуск такой, обычный. Правда, конечно, одни пулеметы из пушек. Хотелось бы разное вооружение. Ну, как-то так, видимо, сложилось, пацаны. Вот, в принципе, БП неплохой. Если хотите, можно купить. Но чем-то таким он особо не выделяется, как обычно. А карты прям в этот раз очень крутые. Мне понравилось. Пишите в комментарии, как вам. Так, пацаны, мы что-то как-то тут ездим, вроде стреляем, но особого урона я не наношу. Потому что тачка под углом, и я не могу нормально стрелять. Давайте тогда спустимся. Понятно, как спустился, сразу никого нет. Ну, куда едем-то в итоге, я даже не знаю. Давайте, наверное, все-таки к союзам. Сейчас чуть-чуть понастреливаем отсюда. Давай, 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 что-то у него там даже взорвалось. Союзы настреливают, давай. Добить осталось. Ну, 500 урона я нанес, неплохо. И 2 стака, ой, 1 стак у меня у Каталины уже есть. Хотелось бы, конечно, 5. Это было бы классно, но нужно ближе подбираться, чтобы было 5 стаков. Это как минимум. Потом там уже урон будет прям офигенный. Так, давайте, подъезжаем поближе. Погодите, погодите, сейчас Лоэрс приедет, всех порвет. Ну, давайте, по кому-нибудь. Вот по тебе давай понастреливаем. Есть, 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 урон пошел, потихонечку добить тебя осталось. Ладно, пофигу на тебя, давай на этого накидываемся. Где они все там, в кучку что ли сбились? Вон там за углом, что-то не вижу. Пацаны, вы тут где? Ох, чуть не перевернулся, здравствуйте. Ох, нифига вы тут, конечно, меня приняли сразу же. Давайте запал этот взрываем. Привет, привет, братки, давайте постреляемся. Они там кучей встали просто, зачем? Их сейчас зафокусят просто. Ну да, пацаны, классно катаете. В углу их зажали, конечно. Да, но тут уже ничего не сделаешь. Их просто со всех сторон фигачат. Я здесь, союзы там. Это, конечно, жестко. Расстреляли соперников наших очень быстро. Привет. Есть. Всех провали. Победа. И сколько очков за бой? Ну, тут немножко. 897 очков за бой. МВП нету. Едем дальше. Кстати, хайрас неплохой, мне понравился. Когда назад едешь и пытаешься стрелять, не так сильно задирается нос вперед, поэтому стрелять можно. Некоторые крафты берут, там просто 4 хойера, в данном случае 5 хойеров, не так сильно нос задирается. А на 4 хойерах ты стреляешь, назад отъезжаешь, у тебя дуло вверх, весь крафт под углом, и ты вообще ничего не можешь сделать. А здесь ты едешь назад, спокойно настреливаешь. Поэтому мне этот крафт именно этим и понравился. Во все стороны можешь ехать, во все стороны можешь стрелять. Это очень хорошо. Давайте мандрагорщика. Слушайте, неплохо по нему так прилетает. Мандрагорщик! Тебе Алис Цигундер. Все, уделали. Так, у нас там испепелитель, судя по всему. Давайте его тоже уделаем, что ли, за компанию. За компанию веселее. Давай, братан. Давай в гараж вместе со своим союзом. Есть, уделали. Прям я приятно удивлен от этого пулемета. Я ожидал, что кататься он не будет. Но, как видите, хорошо катается. Так, давай. Фигачим, фигачим, есть. Давайте вот этого. У нас еще 3 человека осталось. Вот это как раз третий. Тут какой-то недобитый. Давай, 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 давай. Есть. 2 человека. 1 человек. И где последний? Вот последний. Давайте последнего тоже грохнем. Это хайраст. Все, хайрасту хана. И мы даже заняли МВП напоследок. Очень хорошо, победа, 757 очков за бой всего лишь, правда. Но МВП есть, самое главное. Ладно, погнали собирать следующий крафт, хотя там собирать нечего. И поедем в бой. Да, крафт мощнейший. По сути, здесь из брони, ну, бампера и все. Кабина, 4 колеса, радар, все. Больше здесь ничего нету, то есть тут никакой брони нету, сбоку вообще брони никакой, только вот крылья стоят, ну и все. Как бы, братан, управляй мечтой, наслаждайся, катайся как хочешь. Не знаю, конечно, что получится, 500 хп, ну бампера, конечно, что-то еще на себя возьмут, но не знаю, не знаю. Ой-ой-ой, братки, не-не-не-не-не-не, я понял намек, мы валим, все. Валим отсюда. Я понял, что мне там делать нечего. Я тут в качестве поддержки чисто буду. Вот основная масса союзов едет, стреляется там, взрывается. Я что-то там постреливаю чуть-чуть. Все. Я один на один ни с кем не смогу потягаться, скорее всего. Так, чувак, нет. Не-не-не-не-не. Братан,
Ты не на того нарвался, слушай, давай на другого, я слишком слабенький. Все, уехали. Да, если бы еще и тачка была побыстрее, может быть, и повоевали нормально. Здесь она медленная, прочки нету. Управляй мечтой, проще говоря. Есть, я ему даже что-то отстрелил. Давай, братан, я Рэмбо! На меня давай, давай постреляемся. Слушайте, он от меня убегает, самое угарное. Братан, ты меня уделать давно мог, куда ты все удираешь-то? Да, вот это ты красавчик. Ой-ой-ой, здрасте. Он все-таки решился на меня поехать. Давай, давай, или это другой, я что-то не понял. По-моему, это другой все-таки. Давай, 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 давай. О, и этому я что-то отстрелил. Смотрите, я ему косарь почти нанес. На самом-то деле я тащу только из-за дальности. Если бы я был ближе, я не выжил бы уже, наверное. Братан, тебе хана, давай, переворачивайся. Ох, какой ты молодец, давай. Красавчик. И где-то еще последний. Ага, он в центре. Ну, давайте его добиваем. Ты хайраст у нас, да? Слушайте, ну, прям приятно кататься. Даже на таком моме, на таком крафте стреляет неплохо. Давай, 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 давай. Ну, взрывайся. Есть. Победа. МВП, я так понимаю, мы не заняли опять. Да, не заняли. 1004 очка за бой на таком супер-мега-крафте. Едем дальше. Вот сейчас будет интересно посмотреть, как себя пулемет поведет, потому что дальности здесь никакой, здесь близкие дистанции, поэтому посмотрим, вблизи этот пулемет что-то сделает или нет. Потому что на больших картах понятно, для больших карт этот пулемет сделан, для больших карт он и идет лучше всего. На маленьких картах, вот таких вот узких, будет посложнее. Так, вон там какой-то чувак, и не один причем, давайте поможем. Ох, вас тут трое! Ну, вот это уже не особо классно, когда в меня импульсы летят. Сразу почти половина хп улетела. Зашибись, это Эмили. А не импульсы, скорее всего, да? Насколько я увидел. Ну-ка. Ладно, стреляем, короче, по кому-нибудь. Пока можем, пока живы. Есть, этого уделали, добили, можно так сказать. Давайте, пацаны, в атаку там что-нибудь делайте. Приманочка нужна. Так, мстители, я понял. Ну, давайте, союзы приехали. Все. Пошел процесс агро, можно так сказать. Я тут просто катаюсь, я не при делах. Чего вы по мне-то стреляете, пацаны? Я тут не при делах, вообще. Я тут катаюсь, просто настреливаю. Прикидываемся валенками, которые ничего не знают. Давайте. Все, по чуть-чуть настреливаем. В итоге-то, смотрите, урон неплохой фармится. Я даже кого-то добиваю. Да-да-да, я маленький, беззащитный, ничего не могу сделать. Только кусты мешают, не могу стрелять. Я настолько маленький, что кусты мешают. Я не вижу, что из-за кустов там вообще ездят. Есть, так, этого завалили, все, и последний остался, вот и все, собственно. Даже здесь мы выиграем сейчас, походу. Ну, я надеюсь, всю команду один человек завалит. Ну, что ж ты делаешь-то? Спасибо, респект. Вот это, конечно, быстрая доставочка. Если бы он меня за угол довез, было бы вообще идеально. Давай, 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 добивай его. Есть, хотел я добить, но не получилось. У нас победа, опять. И 871 очко за бой. Погнали в последний бой. Давайте потихонечку подводить итоги по данному оружию. Скажу так, что пулемет получился достаточно интересный, несмотря на то, что я изначально относился к нему со скептисом из-за его неоднозначного перка. Урезаем скорострельность ради точности, но, как показала практика, точность себя оправдывает. Конечно же, отличительная черта от других подобных пулеметов это, конечно же, сама точность. Она здесь, конечно, бомбическая, она топовая. Ну, больше не могу сказать. Она просто офигительная, проще говоря. А, конечно, непривычно после обычных пулеметов кататься, но мне нравится что-то новое тестить всегда. Также скажу, что пулемет универсальный, как и на малом уме катается, так и на более высоком. До 10 тысяч будет играть комфортно. Выше уже будет жестко. Также скажу так, что сейчас его покупать, конечно же, невыгодно, пацаны. Подождите, не спешите, потому что потом пожалеете. А в итоге у вас этот пулемет обвалится в цене со временем, и купите вы его подешевле. Сейчас, если вы купите, потом просто сольете голду, можно так сказать. Ну а так, в принципе, вроде все сказал. Давайте докатаем этот бой. Ну давайте. Косарь уже за бой получили очков. Пацаны, добиваем последнего. Есть. Мне он понравился, можно даже в рейды покататься, в принципе будет даже удобно, я так скажу, потому что по ботам четко в кабину стрелять будет офигенно, точно здесь это позволяет. Давайте Дэйва вот этого добиваем, и бой закончится. Давай-давай, мисси бота! Есть! Отстрелил я ему даже что-то. Ну, успею завалить, нет, нет, дайте мне кусочек. Ах, вы его добили, к сожалению. У нас победа и...
1416 очков за бой, к сожалению, до МВП не дотянули. Ну, в общем-то, вроде все рассказал. Пишите в комментарии, как вам этот пулемет. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.